Привет! Меня недавно спрашивали, играю ли я в стратегические игры и будут ли они на канале. Мой канал посвящен выживанию, но да, я очень люблю стратегии и играю в них лет с 6-7 где-то. Дюна, Герои Меча и Магии, Warcraft, StarCraft, Master of Orion 2, Endless Legend, Endless Space, Stellaris, XCOM, Phoenix Point. Я все это очень люблю. В цивилизацию я вообще играю, начиная с первых частей. Правда, шестую я купил, так даже не запускал. А в последнее время я немножко отошел от стратегий. В общем, играл, пожалуй, во все известные стратегические игры. Но уже несколько лет любимая серия для меня — это Total War. И я подумал, будет ли кому-то интересно, если я буду стримить стратегические игры? Скажу честно, я не знаю, насколько это зайдет, потому что играю я расслабленно, с паузами. Если есть возможность, я стараюсь наслаждаться красивыми ракурсами боя, брать крупные планы сражений. Поэтому лично мне неинтересно смотреть, как кучка муравьев сражается с другой кучкой, как это показывают некоторые стримеры. Но я понимаю, что многие хотят видеть быстрые бои без пауз. Поэтому у меня к вам вопрос. Посмотрите на мой типичный бой из начала одной из кампаний. Я так играю. Ставлю паузы, выбираю ракурсы, следую за отрядами и смотрю, как они врываются в бой с врагами. Надо ли такое на стримах? Или вы предпочтете быстрый геймплей других стримеров? Быстрый геймплей без пауз я вам вряд ли смогу дать, мне это не очень интересно. Поэтому я жду от вас ответа, который, возможно, очень сильно повлияет на развитие этого канала. Спасибо.
Don't sing!